Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Сауна и другие. Сороковые-роковые, военные прифронтовые, где извещенья похоронные и перестуки эшелонные. Гудят накатанные рельсы просторно, холодно, высоко. И погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый, задорный. И у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и байку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. Как это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые.